создаешь базу. Это будет повторение известных методик, или ты придумал нечто свое, свой подход к какой-то из проблем в соционике? База данных послужит тебе для этой цели, нет? Это первый твой шаг? Нет, это далеко не первый шаг. Я в этом деле уже более 7 лет. Вот. И сейчас я уже понял, что нужно переводить соционику на формат цифрового видео. В противном случае все эти споры, которые сейчас творятся между социониками, они останутся спорами до бесконечности. И только... А почему способ представления информации будет решающий? Ну, так как ты изложил, он положит конец спорам. Он не способ положит подачи информации. Он не положит конец. Не положит. Но он переведет их на более высокий уровень. Да. Да. Например, есть типы, типов 16 в соционике, но, например, существуют еще подтипы. Вот интересно было бы поспорить насчет того, кто какого подтипа, а не то какого. Однако, разумеется, не согласовав, кто какого типа, спорить относительно того, кто какого подтипа, не имеет смысла. Вот. На каждом этапе такой конкретизации открываются новые возможности для прогнозирования, так сказать, особенностей человека, а также его взаимодействия с окружающим. При условии, что он не демонстрирует гибкость. Он может быть и. Условия диктуют ему линию поведения, а поэтому прогнозирование при одних начальных условиях может не совпасть. Человек не может быть относительно одного чипа. Он может быть, чистого чипа нету. Помнишь, как король... Элементарно, сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Не бывает человека чистого чипа меланхолика или холерика. Всегда есть примеси. И именно из-за этого, я так понимаю, что возникают подтипы, конечно же. Много десятков лет назад, в прошлом столетии, король где-то в районе Македонии сказал, что с добрым я добр, с жестоким я жесток. Я эту мысль провожу, что да, прогнозирование действительно, это достойная задача, и классификация, и база данных позволяют решить эту задачу. Но это просто моя реплика, что человек не остается чем-то неизменным, как всякое живое. Он и среда неотделимо как-то взаимодействует, а среда всегда другая, и поэтому и человек, будучи чем-то по своему основному типу, в зависимости от среды, может нести и что-то другое, несвойственное в тот момент, когда его классифицируют. Но это реплика, не более чем реплика. Так. Ну что, понятно, Ярослав? Понятно. И существует форум по такому направлению деятельности? Сейчас существует очень много разных форумов. Форумов, да? Соционикс.орг, соционик.ком, психотайп.ру, форум. Вот это, спасибо, люблю сладкое. Психотайп.ру. Это перечитать их не надо, они существуют. Да, их там просто очень много. Там можно найти коллег, можно найти... Там искренне высказывается о своих планах, о удачах, неудачах на форуме. Там не только любопытные, а и специалисты, да, на форумах. Те, которые... для которых соционика... если не дело жизни, то близко к этому. То есть это их такое сильное увлечение, которому они отдаются своей мыслью. Такими социониками являются Вера Новикова, также вот этот вот Владимир Миронов, сейчас он в Петербурге. Вот. Что еще?
Ну, они на форумах участвуют? Да, да, они участвуют на форумах. С ними, например, ты мог бы пообщаться? Я-то не готов. Угу. Я слушать еще кое-как могу, а говорить не то, что на равных, а как подготовившийся к лабораторной работе студент, я не могу говорить по предмету социологии. Но слушать, конечно, это интересно. Как стало проще в людях разбираться, когда познал ты соционики азы, и в отношениях чужих не потеряться, и на руках всегда иметь тузы. Все потому, что есть такая в мире наука соционика, наш друг. С ней стало легче жить с другими в мире, найти себя и по душе себе приют. Как стало проще отыскать любовь, призвание, понять, зачем живешь на свете ты, иметь одни счастливые свидания и воплощать легко свои мечты. Все потому, что есть такая в мире наука соционика, наш друг. С ней стало легче жить с собою в мире, найти себя и по душе своей приют. Как стало лучше жить с сознанием знаний, открыть себе талант удачи вдруг, и в отношениях не иметь страданий, и быть в почете у друзей и у подруг. Как хорошо, что есть такая в мире наука благородная, мой друг. С ней стало легче жить в жестоком мире, найти себя и по душе своей.